стилист – это своего рода посредник между подиумной модой и той же, что носит фэшенист в реальной жизни. Умение комбинировать вещи в различные комплекты дают дизайнерским идеям вторую и третью жизнь, не говоря уже о том, что это существенно разнообразит гардероб. В наших экспериментах участвуют стилисты Анна Глазкова и Саша Гаврилова. За основу мы берем коллекцию Penny Black. Если честно, я даже специально не смотрела лукбук Penny Black. Я люблю, конечно, миксовать одну вещь в совершенно разных каких-то ипостасях, поэтому я, наверное, буду миксовать. Но самое главное для меня, конечно, это комфорт. А второе – это лаконичный крой, который я очень люблю, но он совмещен с очень яркими цветами и принтами, и что делает эту марку очень интересной. Одним из трендов этого сезона является платье с брюками или dress over pants. Идея эта уходит корнями к традициям восточного костюма. Я выбрала для себя самый актуальный принт этого лета. Это тропический принт. Но я преподнесла его в тенденции другой этого же сезона, весна-лето 2017. Это сочетание платья с брюками. Это must-have, это такая яркая тенденция, которую нужно использовать, потому что она очень актуальна. Но мне сейчас как раз платье, которое можно носить как блузку, потому что оно очень тонкое, оно очень легкое. И сочетаясь с любой юбкой, вы не будете чувствовать дискомфорт и не будет видно, что в принципе это платье, потому что материал летящий, легкий, воздушный. Я думаю, что целевая аудитория этого бренда, вот по моим ощущениям, она, в общем-то, не привязана ни к какому возрасту, она, скорее всего, привязана к каким-то жизненным ценностям, жизненным взглядам. То есть, как мне показалось, это женщина, которая молода душой однозначно. То есть, неважно, сколько ей лет в паспорте, она всегда вот в курсе, наверное, событий в современном мире. Она общается среди молодежи, она впитывает в себя новое, ей необходимо это новое. И, в общем-то, вот это в коллекции чувствуется. Сегодня мода не то, что располагает, а призывает к творчеству. В одном образе могут сочетаться вещи различных категорий, стиля и цены. А чтобы комплект получился эстетичным и содержал идею индивидуальности, на помощь можно призвать стилиста.